37 тонн спиртного. Это даже не розничный, это промышленный масштаб производства для оптового сбыта. Такой бизнес пресекли накануне силовики в Городищенском районе области. Сотрудники ФСБ обнаружили целый ангар с производством. Бутылки алкоголя известных отечественных и иностранных брендов, различные средства укупорки и этикетки, стеклотара, а также почти 40 тонн спиртного, которые готовили к розливу и отправке на продажу. Что в составе, остается только догадываться. Готовая продукция сбывалась под брендами известных российских и мировых производителей на территории области и соседних регионов. В настоящее время возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются. Анна Дребнева при поддержке пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области.